Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня у нас такая тема, так сказать, ширина передней и задней колеи для дрифта и развесовка для дрифта. Там, после того, как я снял видеообзор, рассказал про то, какая колея у меня спереди и сзади, и многие начали, то есть у меня здесь колея спереди шире, сзади уже, то есть я там рассказывал, что это для того, чтобы легче дрифтовать. Многие начали писать там в комментариях, что колея должна и сзади быть такой же самой ширины, что это все я неправильно говорю. А теперь я вам дам полный развернутый ответ, потому что там в комментариях, в двух словах это все не расскажешь. Все зависит, то есть настройка ходовой и ширина колеи, развесовка, все зависит от мощности двигателя. То есть, первый момент. Если у вас относительно слабый двигатель и вы хотите дрифтовать, для этого вам нужно, получается, сделать машину с избыточной поворачиваемостью. То есть машина, будем говорить, просто машина, есть машина, которая с избыточной поворачиваемостью и с недостаточной. Что это такое? Избыточная поворачиваемость – это когда вы проходите поворот, то есть машина сама хочет уйти в занос, то есть у нее срывается задняя ось. Машина с недостаточной поворачиваемостью – это когда вы пытаетесь зайти в поворот, типа с заносом, а машину выравнивает, то есть ее ставит. С чем это связано? Как сделать нам, если у вас мало мощный двигатель, вам нужно сделать машину с избыточной поворачиваемостью, то есть чтобы она сама срывалась, ну пыталась срываться в занос, а вы там уже дальше только корректировали. Для этого вам нужно переднюю колею расширить. Передняя колея в любом случае в дрифте расширяется для того, чтобы машина была более устойчивой и для того, чтобы обкат колес был больше. Обкат – это когда при вывороте одно колесо уходит вперед, а это уходит внутрь, назад. А заднюю колею, то есть, нужно оставить узкой. Вот, допустим, я оставил родную колею, не расширял ее, то есть передняя значительно шире, я сейчас вам покажу. Обратите внимание, вот переднее колесо видно, а заднее вообще там не выпадает. Попробую еще с другого ракурса. Вот, так будет более наглядно. Вот, смотрите, где переднее колесо, во. Ну, там плюс отрицательный развал, то есть... Вот здесь вот так стоят у нас колеса, то есть развернуто, грубо говоря, с полкой, то есть чтобы расширить колею. Соответственно, то есть это нам позволяет машину легче срывать в занос. Если, допустим, я сзади расширил бы колею, то вообще там было практически нереально, ну не то что реально, намного тяжелее машину сорвать в занос. Это если у вас маломощный двигатель. По ходу, допустим, того, как вы увеличиваете мощность, то есть растете как дрифтер, скоростя, то есть, соответственно, если мощность двигателя больше, соответственно, скорость дрифта у вас будет больше, постановки больше, прохождение угла на большей скорости, соответственно, вам нужен уже держак. То есть... Потому что если у вас будет избыточная поворачиваемость, у вас будет просто разворачиваться. Вы будете ставиться, и вас будет разворачивать, потому что задница уходит, будет уходить. Соответственно, вот тогда вы начинаете заднюю колею расширять. То есть по мере увеличения мощности вы расширяете ее, пока вы не почувствуете, что у вас появляется, то есть держак, и вам достаточно, то есть, чтобы, как раз, чтобы контролировать машину в заносе. То есть многие там еще думают, что вот так раз построил ходовую, то есть настроил и все, и забыл. То есть в дрифте все меняется постоянно, конфигурация двигателя, мощность. И под это дело все нужно всегда дорабатывать ходовую, плюс и под водителя. То есть по ширине колеи, в принципе, разобрались.
Теперь по развесовке. Если у вас, опять же, передняя, если у вас двигатель, то есть мощный, то есть не мощный, то есть если у вас маломощный двигатель, слабенький двигатель, вы только начинаете дрифтовать, развесовку нужно делать 70 наперед, 30 назад. То есть, опять же, для чего это делается? Для того, чтобы разгрузить заднюю ось, чтобы ее было легче сорвать в занос. Для этого там выкидывается бак, там глушители, заднее сиденье, это все получается, ну понятно, салон и так в дрифте выбрасывается. И все переносится по возможности, ну просто задница облегчается, это все загружается, для того, чтобы машину было срывать и легче в занос. Но опять же, по мере увеличения вашей мощности, вам нужен будет держак, потому что вас будет разворачивать во время дрифта. И тогда уже, когда у вас мощный двигатель, развесовку нужно делать 50 на 50. То есть загружаете заднюю ось для того, чтобы был зацеп, во-первых, то есть давило на колесо заднее. И во-вторых, чтобы как бы рычаг действия задницы, то есть машины, то есть загружен был, и вы могли легче контролировать занос. Потому что если будет сильно легкое, вам тяжело будет контролировать угол. Но опять же, это нужен мощный двигатель. Также по поводу резины. Если у вас двигатель маломощный, сзади вы ставите узкую резину, и по мере увеличения мощности вам нужен будет зацеп, соответственно, вы будете и держак, то есть зацеп это для того, чтобы машина толкалась, держак это для того, чтобы она в дрифте контролировалась лучше. Соответственно, вам нужно будет расширять, шире ставить резину. Ну, я же говорю, это по мере того. И так же самое.